Улучшение условий для качественного развития туризма – одна из приоритетных задач правительства. На недавнем совещании заместитель премьер-министра РК Ералы Тулжанов поднял вопрос об обеспечении надлежащего состояния мест отдыха. Ответная реакция от областного молодежного ресурсного центра была недолгой. 12 августа в честь празднования Дня молодежи МРЦ провел акцию «Чистый берег» на берегу озера Шалкар. Более 20 ребят собрали 450 килограммов мусора, тем самым обеспечили чистоту и порядок на одной из главных курортов зоны СКО. Напомню, заместитель премьер-министра поручил установить дополнительные контейнеры для сбора твердых бытовых отходов и увеличить периодичность их вывоза с территории национальных парков и курортных зон.